27 мая в зале администрации района прошел обучающий семинар для представителей администрации сельских поселений Кашхабльского района. В мероприятии приняли участие главы сельских поселений, председатели первичных профсоюзных организаций, кадровые работники и ответственные по охране труда. Обучение провела председатель Адыгейской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений. Марина Дзиндзюк подробно рассказала о заключении коллективного договора, об изменениях в законодательстве по охране труда. Сегодня проводим обучающий семинар на территории Кашхабльского района. Значит, основная тема обучения – это коллективные договора, заключение, порядок, процедура и охрана труда. Все знают, что с 1 марта 2022 года у нас большие изменения произошли по охране труда. Значит, много новых документов, которые нужно сделать. Поэтому вот было принято такое решение провести обучающий семинар для кадровых работников, для специалистов по охране труда сельских поселений. Плюс у нас еще присутствуют представители Кашхабльского комплексного центра социального обслуживания населения, ну, те организации, которые находятся на территории Кашхабльского района. Очень рады провести такое мероприятие, оказать помощь в подготовке документов. Ну, я думаю, что это наше общение сегодня будет плодотворно. Те вопросы, которые у специалистов возникли во время семинара, до семинара, мы постараемся сегодня ответить и дать исчерпывающий материал. Что дают такие мероприятия? Ну, наверное, помощь как работодателю, как специалистам организации, потому что действительно законодательство у нас сейчас меняется с каждым днем, и разобраться в этом достаточно тяжело. Поэтому вот такие мероприятия, вот такие обучающие семинары, они, конечно, очень актуальны в настоящее время, потому что, насколько я знаю, вот сейчас профсоюз, наверное, та, действительно одна из организаций, которая вот заинтересована в том, чтобы вот такие обучающие семинары проходили. Вот как налажена работа профсоюза именно в Кашхабльском районе, какой оценку? Оценку, ну, только 5 с плюсом, потому что сегодня Кашхабльский район у нас один из лучших в этом направлении по социальному партнерству. Я даже не знаю, что сказать. Все, что возможно, награды и грамоты, это только Кашхабльский район. Поэтому, ну, это основной, наверное, тот результат работы и председателя, и главы совместно. Семинар прошел с большой практической пользой. Все участники получили раздаточный материал для использования в работе. Профсоюзные активисты проявили высокую заинтересованность, задавали вопросы по тематике семинара, выразили специалистам Республиканской организации профсоюза благодарность за полезную и нужную в ежедневной работе информацию.